Одесский активист-радикал Сергей Стерненко так и не услышал приговор в одном из своих уголовных дел. Приморский суд не успел подготовить свой вердикт, поэтому заседание перенесли на 23 февраля. Напомню, Стерненко и его друг Руслан Демчук обвиняются в том, что они похитили, а затем пытали депутата тогда еще Коминтерновского райсовета и пророссийского активиста Сергея Щербича. Речь идет о событиях апреля 2015 года. В том же году по этому факту было открыто уголовное производство. Осенью 16-го обвинительный акт передали в суд. Прокуратура требует посадить Стерненко на 8 лет с конфискацией имущества. Тот факт, что заседание суда перенесли на 23 февраля, обвиняемые связывают с давлением на суд со стороны Генеральной прокуратуры и Офиса президента. Нам повідомили, що суддя не вийде зараз оголошувати вирок. А зробить це у вівторок, 23 лютого, о 10 годині ранку. Хоча ще от півгодини тому, я так розумію, що він готовий був виходити і оголошувати рішення, тому що секретар йому телефонувала і сказала, що ми вже всі є, щоб суддя спускався і, власне, ну, можна було попередити, якщо не готовий був би вирок на сьогодні. Я припускаю, що це може бути пов'язано із тиском з боку Офісу президента. Кроме похищения депутата райсовета, в рамках других производств Стерненко обвиняется в убийстве человека в 2018 году, а также торговле наркотиками. Сам активист уже давно проживает в Киеве, пытаясь строить политическую карьеру. В Одессу ездит исключительно на судебные заседания, иногда с большой группой поддержки и охраной.